этот хаотичный мир вовсю раскручивать и пытаться, конечно, работать в определенном направлении. Смотрите, после того, что Байден оскорбил Путина, Путин дал ему ответ, на который не последовало ответа, на который Байден никак не смог ответить. Для этого нужен какой-то психологический ход, который выровнял бы вот эти вот имиджи двух президентов, как кажется американцам. Тогда следует предложение: с одной стороны, мы встретимся, а с другой стороны продолжается...